Здесь опасный момент. Читая наносит удар. Очень коварные удары у Владимира Читая. Частенько мяч там где-то из-под защитника выныривает. И для вратаря это становится сюрпризом. Еще один удар. Это гол! Какой гол! Евгений Маришин со второй попытки застает врасплох. Жонит, наверное, где-то решили футболисты ЦДН, можно было нанести удар, но и вот сейчас такую контратаку на свои вообще получают. Вот это. Парманов здорово ставит корпус, и никого не будет от Тирасова! Никого не будет от Даниловского корпуса, Парманов просто оттер от мяча и сделал все сам. Шамшидинов на Аверьянова возвращает. Воронцов. Воронцов и вот так бросает кота. Каждого футболиста от каждого действия. Здесь соперник такого уровня, что с удовольствием воспользуется и накажет за любую оплошность. Разыгрывается ДМ мяч и удар в дальний угол, о чем мы и говорили. Чуть-чуть где-то заснула оборона Портера, и тут же Гангадзе нашел момент для удара. И за боковой Шамшидинов на Мамедова. Мамедов может и пробить отсюда удар. Бьет, и Кашакашвили выручает команду. И такое ощущение, ну, чуть-чуть там буквально полметра не хватило для того, чтобы в створ попасть. Кашакашвили, дальняя передача на антиудар, не анти, простите, Читая, конечно же. Как сейчас Читая выиграл эту верховую борьбу, практически на голову он ниже защитник. Нарушение правил. Продолжает атаку Евгений Зубов, не останавливает игру. Минченков здесь, и снова Кашакашвили. Это точка. Это точка. Бесспорная точка. Бесспорно, абсолютно. Значит, свисток. Разбег и разводит Воронцов. Мяч вратаря по разным углам. Да, напряженнейший поединок мы с вами понаблюдали. Он нас держал вот в этом футбольном азарте до последних секунд.